то, что мы разбазарили человеческий потенциал, то, что мы продолжаем изгонять из страны наиболее перспективных и активных людей, это грозит стать приговором проекта «Молдавская государственность». И эта ситуация не может измениться, вернее всего, может измениться только в том случае, если мы будем иметь вменяемую и ответственную власть. То, что было до сих пор, это все цинизм, это алчность, это бандитские разборки и это полная дискредитация перед людьми.